я участвовал в этом конкурсе. Конкурс прошел в ДШИ, проводил благотворительный фонд «Шаг в жизнь». И вот у нас один выиграл мальчик, один из победителей. Он. По его макету будет сделали вот этого Емеля. Понятно. Вот, будет награждение в пятницу. Так что праздник в пятницу где-то будет, ну, не знаю, время точно пока не могу сказать, но где-то с 12, может, до 3, где-то вот так. Угу. Все ясно. Она будет на ведре, она такая будет под золото, и на ней гравировка прям. По макету такого-то выполнена работа. Год такой. Интересно. В этом году будет опять конкурс, в следующем году поставим еще скульптуру победителей. Так у нас будет... А, ну какой заранее неизвестно? Нет, еще пока. Понятно. То есть, кто выиграет, тот? Да. Понятно. Это ежегодный конкурс такой получается. И вот к этому дню хотим как раз вот доделать вот этого Горыныча.